Маразм, ну нельзя, ну потому что с нашей культурой общества нельзя запрограммировать отношения молодежи на какие-то тривиально правильные. Это невозможно просто физически, поэтому людям надо помогать. А тем, что мы лишим их возможности делать бесплатно аборты, если они не будут у нас застрахованы, то это будет громадной проблемой, потому что появится куча черных докторов, куча печальных абортов, куча смертей, куча травмированных женщин и куча в будущем нерожденных для нашей страны детей. Не делайте этого, не надо.